«Люблю тебя, Ямал» – так называется выставка известного ямальского фотографа Сергея Анисимова, которая в эти дни проходит в музейном ресурсном центре. Сергей Анисимов уже более 9 лет снимает красоты северных широт и величие Арктики и добился в этом искусстве ошеломительных успехов. Его талант не раз был отмечен российскими и международными наградами, а его снимки украшают страницы самых известных изданий. Работы фотохудожника выставляются в музеях многих стран мира. Эта выставка родилась 2 года назад, была посвящена моему юбилею, была представлена впервые в Салехарде, на ней было 250 работ. Потом эта выставка, которая отправилась по разным городам, как в Европе, так и в России. И сейчас вот она представлена в городе Ноябрьске. Ну, работ, конечно, меньше, здесь 54 работы, но здесь самые мои любимые, самые интересные, самые достойные мои.